Красота. Первый раз на лодке в этом году. И пока не клюет. Но все равно как красиво. Как тихо и никто не мешает. Пока удалось поймать только двух вот этих гениальных рыб. А больше никто не клюет. Не пойму, вроде карась гуляет, а брать не собирается. Да, вот такие вот экземпляры тут ловятся. Ёрш, короче, попался. Но карася почему-то нет. Так что такие вот дела. Сделал поглубже, начал клевать ёрш. Удивительная ситуация. Надо, значит, делать какую-то среднюю глубину. Потому что совсем над водой клюет окунь. На глубине, когда по самому дну идет, клюет ёрш. Либо одевать кукурузу, короче. И ждать поклевки карася. И еще один ёж попался. Что же это такое, а? Они мне задолбали уже. Нормально. Ввиду того, что мне надоел окунь и надоел ёж, насадил, в общем, траппер. И насадил бойл. Вот сейчас посмотрим, какой будет эффект. Что у нас тут клюнет. И вообще клюнет ли что-либо. Но в любом случае надо попробовать. Потому что, ну, как-то ловить этих ершей окуней совсем неохота. Короче, клюет здесь окунь. Постоял бойл и траппер. Вообще никаких эмоций. В общем, перешел я опять на червя, закинул уже в самые кусты, я не знаю. И опять поймал еще двух окушков. Маленьких. Ну а что делать, не клюет больше никто. Клюют они, конечно, весело. Но мелкие. Все-таки от места много чего зависит. Стоило мне чуть-чуть переехать, как сразу же поклевка. И ловится карась. Не ожидал. А вот клюнула она. Плотва. Прям прикольно.